были прикрытия боевыми объектами Московского авиазавода. Ну, может, за 30 минут, это первый попытается. А ближе не хочешь пройти? Да, ну. В данной колонии более 130 автомобилей, которые доставят грузу более 1200 тонн. Основная масса груза составляет продукты. Это сахар, мясные, рыбные консервы. Также материалы, необходимые для восстановления объекта жизнеобеспечения Донбасса.